Мы доехали до пляжа, который находится возле паруса. Бесплатный пляж с белоснежным песком. Здесь есть вышки, как спасатели Малибу. Это очень круто, очень красиво. Я денежку нашел. Куплю что-нибудь. Мы сейчас на пляже возле отеля Парус. И будем сейчас купаться в прохладной воде, не то что возле нашего отеля. Правда, жалко, что здесь нет никаких удобств. Свадебное фото. Одна забегаловка есть, одна на весь пляж. Вот на этот вот весь большой пляж. Одна забегаловка. Душ. Там, видите, душ есть. Душ горячий-горячий, невозможно мыться, прям капяток льется. Вообще непонятно, для чего такой душ горячий. Ну, невозможно не мыться, ничего не сделать. Просто так. Все терпят и моются кое-как. Поесть купили, еда здесь не очень дорогая. Сок свежевыжатый. И потратили 65 дирхам. Ждем, пока сделается наша еда. А пока ждем, я вам покажу местные красоты. Thank you. How much? 20. Холодный? Only young juice. Yeah, only juice. Oh, thank you. Thank you. Спасибо. Пожалуйста, шукран. Ну чё, как? Это похоже на обычную воду. На обычную воду похоже? Кокос? Не кокос. Мы поели на пляже, который рядом находится с парусом. 68 дирхам поесть, 20 дирхам кокос. Душ, как я рассказывал, горячая вода, течет, невозможно помыться. Есть только туалет, переодевалок нет. Нам проще же, это девушкам труднее. Дождемся нашего двухэтажного автобуса, доедем до нашего отеля. К ужину успеем, поужинаем, может, в бассейне еще покупаемся. Ну, бас. Индия? Я был в Индии. Мумбай. Money. Oh my god. Керала. Yes. It's good Керала. Very, very beautiful Керала. Bombay not good. Не, не хочу. Я же тоже не хочу там осталось, пожалуйста. Uh-huh. Thank you. Bye. Там остановка красного двухэтажного автобуса, не оборудованная ни кондиционером, вообще нет ни остановки, ничего, ни таблички, что там останавливается красный автобус. Просто мы знаем, что он там останавливается, мы там выходили. Если вы там оказались без воды, без головного убора, на такой жаре, как мы оказались, это жуть. Мы прождали 15 минут. Могу сказать с уверенностью, что еще 15 минут, и кто-то из нас бы потерял сознание. У дочери, да? Голова начала кружиться. Духота, жара. Приехал, мы увидели, обрадовались. Забежали в автобус, где кондиционер есть. Там же холодная вода. Все это бесплатно прилагается к билету. Многие раздражительные, но не я. Это нормально здесь. При такой температуре это нормально. Я спокойный, как удав. В любых ситуациях. Не сижу там, где кондиционер, потому что хочу подзагореть. Не люблю валяться просто так возле бассейна. Люблю путешествовать, люблю больше узнавать, познавать. Где-то ходить, передвигаться, смотреть что-то новое, узнавать. Это по мне. Люблю по ходу пьесы загорать.
сейчас подъезжаем к нашему отелю. Проехали только всего лишь 2 маршрута из 5 за 3 дня. А всего их 5 дневных и 2 ночных. Смотрите сзади меня, какая красота. Это район Марина, наш район. Вот он, вот эти вот сталинские высотки, JBR. Вода без ограничения. Посещение в Дубай Молл аквариума. В этот билет входит еще полно разных экскурсий. Феррари, тачка классная. Все играют на камеру, это не может не радовать. Помогают сделать контент более интереснее. Мы сейчас приехали уже на двухэтажном автобусе в наш район. У нас тут очень красиво. Вон, посмотрите, как там красиво, лестница раскрашена. Вон там вот у нас залив, Персидский залив. Вот наш отель, друзья мои. Отель, да? У него самое большое количество звезд. Это вот... Парус, да? Мне кажется, вряд ли, потому что уже парус должны переплюнуть были. Не может же он столько лет находиться все время. Кстати, да. Мурашки, ай, лифт какой хороший. Ну, иди сейчас, нам надо. Представляешь, вот такая обстановка. Там все остановки такие оборудования кондиционером. Это единственное, где мы сейчас стояли, ждали. Эй, красотка! У тебя English First рюкзак, значит, ты на английском должна разговаривать лучше всех. Фу-фу-фу-фу. Ждем, когда ресторан откроется. День сегодня был насыщенный, вы видели, мы были на пляже. Ресторан открыт, смотрите, мы первые. Yes. Колодец. Thank you very much. Она же была индийская. Ну вот и опять индийская кухня. Пока народу нет, я вам сейчас покажу, что здесь за еда есть. Сегодня индийская кухня в ресторане. Вот видите, индийский флаг висит. Какая-то красотка здесь набирает еду. Вот эти слонов я покупал в Индии. Какие-то еще красотки здесь смотрят еду. Сейчас взять, но терплю только ради вас, друзья мои, только ради вас. Все эти вкусности, вот это мое любимое крем-брюле, все эти тортики, все это сладости, все я это терплю, ладу. По чуть-чуть, доченька. Смотрите, доченька открыла рот, когда увидела все это. Аккуратно волосами только. Креветочка здесь есть, потом вот это непонятно что, надо взять и съесть просто, внутри такой штучки. О, вдруг тебе это не понравится? Тебе отдам.